Продолжаем движение Москва-Красноярск, 17-я серия. Через 3 километра сверните на съезд направо. В данный момент находимся на северном обходе Новосибирска. Не заезжая в город. Сразу выйдем на трассу в сторону Кемерово, Красноярска. Ну, северный обход, как видите, без столбов освещения. Это не очень комфортно двигаться в темное время. И зимой не видно разделительной полосы. Плюс ко всему слепят встречные автомобили. На таких участках нужно ставить светоотбойники. Ну вот, скоро уже развязка. Место развязки, оно сразу выделяется на видео, то, что стоят столбы с освещением. И, значит, на этом будет заканчиваться северный обход. Ну, на карте он показан еще какое-то время. Но пока находимся на участке северный обход Новосибирска. Как только выйдем на участок Кемерово. Остальные участки. Но остальные участки по мере каких-то интересных ситуаций я буду комментировать, а все остальное время заполнять, наверное, музыкальными композициями. Через 400 метров сверните на съезд. По карте северный обход достаточно продолжительный по расстоянию. Пока двигаемся по северному обходу. Ну а далее северный обход переходит в трассу Сибирь Р-255. Но когда окажусь на трассе Сибирь, я об этом, ну, скажу в комментарии. Видео Москва-Красноярск будет полностью размещен в ускоренном варианте. Ну, с небольшими, наверное, задержками, потому что люди просят и Россию из окна поезда показывать. Ну, буду чередовать.
Ну вот возникает такой вопрос. Есть ли смысл размещать видео без ускорения с оригинальным звуком? Ну, если кому интересно, отпишитесь, то на втором канале, как только появится возможность, я это сделаю. Движение ночью не очень красочное, такое эффектное, но дает полную картину, представление о движении в темное время суток. Тем, кто будет использовать это видео как справочный материал при движении на восток, то, по-моему, сейчас не могу назвать серию, но в предзавершающей серии там будет остановка, заезд. Уже перед самим Красноярском, к мотелю, кафе у дороги, стоянка. Ну, об этом была небольшая информация в первых сериях, где владелец от этого места для отдыха несколько слов сказал об этом месте. Я рекомендую. Так что, кому будет интересно, не пропустите. Там будут вставки без ускорения с оригинальным голосом владельца этой стоянки. Ну, заканчивается северный обход Новосибирска через 3-4 километра. Северный обход переходит в трассу Сибирь. И примерно километров через километров через 15 остановлюсь на ночевку. Движение в темное время суток, в зимнее время, достаточно напряженное, сложное. По этой причине предпочитаю двигаться только в светлое время. Во-первых, съемка. Во-первых, съемка более такая красочная, что ли, с панорамами, с видами. Это реклама на канале. Когда ехали в Кемерово, маршрут Москва-Кемерово, то я помнил, что с правой стороны должен быть такой, ну, обустроенный участок, где и магазины, и кафе, стоянки. Но это в светлое время можно было ориентироваться, в темное время гораздо сложнее. Координаты не записал, поэтому найти ночью это место. Подскажете, на каком километре стояночка?
Ну, в общем, я не доехал до того места, до которого рекомендовали дальнобойщики. Заранее скажу. Ну, вот на трассе Сибирь. Ну, вот мы на трассе Сибирь. На трассе Сибирь Р-255. Видите, условия движения довольно-таки сложные. Я имею в виду темно, дорога ледяная. И двигаться вот в темное время, когда слепят встречные автомобили, очень дискомфортно. Заранее скажу, что намерение было остановиться у Машкова, но проехал немного. Вижу, что условия движения вот такие же затрудненные. Развернулся и вернулся немного назад, где остановился на ночь. Далее до места ночевки, до места привала будут музыкальные композиции, а вот место привала я начну комментировать. Oh,
Ну, вернулся на назад немного. Вместо рубин для ориентира. За стоянку за ночь взяли 100 рублей. Не пользовался ни мини-маркетом. Ну вот, санузлом на утро. А так место вполне приемлемое для остановки, для отдыха. Дальше ехать не рискну, темно. Я не люблю такие поездки в темное время, когда видимость не очень. Ну, немножко покрутился по территории, выбрать место, потому что свет в лицо не очень приятно. Ну, и картинку представляете, как это выглядит ночью. Фуры останавливаются. Охранник потом подошел, подсказал, где лучше всего встать. Нормальное место для остановки и заправка рядом. Ну и все, что необходимо в дороге. Занавесил со всех сторон салон автомобиля. Перебрасывал видео на внешний жесткий диск. Так, общее представление о месте для привала вы имеете. Кстати, вот оставил видеорегистратор включенным. Надо было, наверное, не выключать его с самого начала. Ну, интересно посмотреть на картинку, как меняется обстановка. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Вообще и раньше нужно было делать так, останавливаться на ночевку, сбросив видео на внешний жесткий диск, оставлять видеорегистратор в режиме парковки в ускоренном варианте. Красивая картинка получилась бы возле мотеля «Уют». Это
Омская область, Крутинка. Ну, я об этом много рассказывал. Почистив перышки. Так. Ночь прошла нормально. Положение определено. Никто не беспокоил. Все в комплексе есть. Видно по надписям. Ну, далее, наверное, поставлю музыкальные композиции, потому что ничего особенного на трассе больше не будет. Да, кратковременная остановка. Но показывает на 250 километров. Ага, ты где? Да, я, тут дверь была открыта, я останавливался, дверь закрывал, задняя, правая. Ты где? На выезде где-то стою. Да, ну неужели нельзя сразу быстро ответить? Ты вот, вон, вижу тебя, я справа. Ну, заправляться не буду, у меня 250, если что там по дороге залью. Рублей на 100-200. Хорошо. Морозно. Минус 18. Ехал сюда для аварии, ночью видел фуру, где он кювет доставал из кювета эвакуатором. Я проехал немного вперед, туда километров может быть 3-4. Ничего подобного на стоянке не было, думаю, где будешь искать. Вернулся назад. Темно было вообще, как я не знаю, абсолютная темнота, ни черта не было видно. Ну, напомню, наверное, в очередной раз, федеральная трасса Сибирь,
Р-255. Ну а дальше слушайте музыкальное сопровождение.
We'll be right back.